Дорогие друзья, это Политбюро. Приветствую всех вас. И сегодня со мной на скайп-связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, текущую ситуацию на фронтах, как бы вы ее оценили? В большинстве своем выдыхается наступательный импульс Вооруженных сил Российской Федерации. И ситуация стабильна во многих регионах, таких как Волынская, Полесская, Сиверская, Харьковская, хотя идут действия, наносятся удары, но имеется в виду по продвижению и попыткам захватить новые территории, наносить контратаки и так далее. В том числе и даже на таком направлении, как Херсонская, Запорожская. То есть, опять-таки, идет обмен ударов, артиллерии, авиации, разведка, попытка сторон нанести удары по логистическому обеспечению соответствующих подразделений, которые в этих районах находятся. Но активные действия, попытки наступательного характера проводятся в районе Донецка, то есть Донецкое направление, если быть точным. И после неудачных попыток штурмовки в районе Славянска, позднее Краматорска, сейчас центр этих действий как бы перенесся, не хватает сил у противника, в район Бахмута, Сиверска, Светлодарская, ТЭС. Наши войска и подразделения на этом направлении используют свои возможности оборонительные, оборонительные сооружения и средства тяжелые для того, чтобы отбить атаки. Пока проводится успешно, хотя противник вот на этом направлении не оставляет попыток осуществить продвижение. Но это совсем другие силы, совсем другие возможности по сравнению с тем, как это было раньше, ну, в том числе в боях за Северодонецк и Лисичанск. То есть, очевидно, просматривается ситуация в ослаблении у противника этого рода возможностей. Что касается южного Херсонского направления, значит, осуществляется подготовка к наращиванию сил своих, с одной стороны, с другой стороны, ослабление обеспечения группировки, особенно правобережной противника, которая еще к тому же рассечена Ингульцом на северную и южную части. То есть там с военной точки зрения создаются достаточно хорошие условия для уничтожения в целом этой группировки. И осуществляется подготовительная работа вот к такого рода действия. На Южно-Бугском направление, скажем, отдельно характеризовать Николаев, Одессу, к сожалению, продолжаются ракетные обстрелы, в том числе и портовых сооружений, это, мы знаем, удар был нанесен по Одессе, удары есть по Николаевским портовым сооружениям, кроме этого, с комплекса ВС-300, часть из которых уничтожается нашими вооруженными силами, наносятся обстрелы, удары Николаева, но это те, которые С-300 ими подготовлены и модернизированы для нанесение ударов по земле. Их достаточно много у них с советского времени, этих ракет, и вот они нашли такую возможность, разрабатывали и пытаются это осуществлять таким образом. Но, с другой стороны, это говорит о том, что ракет действительно земля-земля, особенно высокоточных, которые по предназначению так разрабатывались, у них уменьшается такое количество, поэтому они ищут любые другие возможности. В целом ситуация такая, то есть она контролируется нашими вооруженными силами, и на вот этих отдельных направлениях идет подготовка к выполнению задач оперативного уровня. Относительно Херсонского направления уже даже была названа конкретная дата, время, когда вооруженные силы Украины смогут деоккупировать эту территорию. Это сентябрь месяц. Насколько это реально? Ну, я думаю, что это определит уровень обеспечения подготовки, то есть мы не сваливаемся в авантюрные подходы к проведению контрнаступательных действий. Они затратные больше во всех смыслах. И поэтому мы ценим своего солдата. А это, в свою очередь, требует более глубокой
подготовки и основательной. Она во многом зависит от поставок вооружения и техники нашими союзниками. А поставки эти пока не обеспечивают даже завершение нашей оборонительной операции, которая бы позволила выровнять военные потенциалы вооруженных сил Украины и Российской Федерации и заставить противника по всей линии фронта перейти к оборонительным действиям. А фронт сейчас протяженность у нас 2500 километров. Вот эту задачу про обеспечение надо выполнить. И, ну, несмотря на это, в этих условиях мы готовимся к контрнаступательной операции на Херсонском направлении. И вот, значит, во второй половине августа возможно более активные действия. Но еще раз говорю, они будут определены по времени за счет проведения обеспечения этими процессами. Относительно военной помощи и поддержки Украине со стороны наших международных партнеров и союзников, эти темпы, количество оставляют желать лучшего? Однозначно, потому что они разнятся с теми задачами, которые были сформулированы еще на первом Рамштайне, ослабить Российскую Федерацию настолько, чтобы она не могла проводить агрессивные действия некоторое время, будь к какой стране. Это очень высокого уровня стратегическая задача, которая требует соответствующего логистического обеспечения. Ну а мы уже, как говорили, невыполненная задача в этом на завершение нами фронтовой оборонительной операции. Хотя возможности по деньгам и по возможностям у наших союзников есть. Ну что же, Игорь Александрович, будем завершать наше заседание. Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, специально для нашего Политбюро. Всего доброго.